Внимание таможенников привлекла пассажирка поезда с двумя большими дорожными сумками. В результате проверки там была обнаружена мужская и женская обувь. Всего 74 пары с логотипами известных брендов. Жительница Абхазии пояснила, что обувь купила в Москве и везла в качестве подарков своим внукам. В сочинской таможне возбуждено дело об административном правонарушении, ведь такой товар и в таком количестве подлежит обязательному декларированию. Также женщина не представила документов от правообладателя торговых марок на перемещаемый товар. Таможне направлен запрос правообладателю о наличии либо отсутствии признаков контрафактности обуви. Нелегальная обувь изъята, направленная на экспертизу. По данному факту ведется административное расследование.